Нет более заботливого человека, чем мужчина, который сажает девушку в такси после корпоратива. Королева, ваша карета до Королева. Старина, на ближайшие полчаса эта женщина твоя мать. Доедешь, пиши. Ты доедешь, пиши. Я доеду, напишу. Короче, чатик создадим, все отпишемся. И это, береги ее. Она за бутылкой едет. Под Новый год мечты сбываются, даже у одинокой начальницы. Все, я Любу на такси посадил. Я, наверное, тогда тоже поеду. Останьтесь. Алексей, скажите, находите ли вы меня секси-шмекси? Если честно, больше шмекси. Хотя чё я выёживаюсь? Я посредственный бухгалтер, холостой. Мне сейчас 39, еще года 2-3, и все. Сорокет. Тогда, может быть... Алексей, скажите, а мы увидимся с вами завтра? Нет, Путин же объявил 31 декабря выходным днем. А что, если мы тогда с вами возьмем бутылочку шампанского и пойдем против Путина? Алевтина, вы такая смешная. Вам бы в КВН. Кстати, сейчас же финал КВН показывают. Хотите посмотреть? А давайте. О, вот это прикольная командёха. Да, ну только баба у них какая-то неприятная. На шапокляк похоже. Смех накладывают. Погодите, Алексей, это что, мы? Мы что, КВНщики? Я что, неуспешная начальница? А я Любу не в такси, а просто на стул посадил. То есть, получается, мы никто? Наоборот, в КВНе можем быть кем угодно.